Сарирам Басувигьянам, Карамагунану Асуну, Гурвартидхария Джасту, Сосишо Найтарасритаха. Сарирам Басувигьянам, Карамагунану Асуну, Гурвартидхария Джасту, Сосишо Найтарасритаха. Гуру Ранугрухен Найвапуман Пурна Прасантае. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакупа Бхатча Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакупа Прабхупад сказал, что Гаурия Вайшнавы, если у них есть какие-то особые качества, они не гордятся ими. Они, наоборот, думают, что вся сила исходит из того изначального источника. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те Гаудия Вайшнавы, если у них есть особые качества, они никогда не гордятся этим, они думают, что все исходит из изначального источника. И поэтому всю славу, все за это они благодарят то, откуда это пришло. Имеется в виду от Верховного Господа Гуру Таттва, она неделимая. Неделимая таттва, много раз я говорил. И также я говорил такие слова. Для обусловленной души практически невозможно избавиться от майи. Это невозможно. Для обусловленной души это практически невозможно или невозможно избавиться от влияния майи. Но все же это возможно. На 100% возможно. По милости чистых гуру и вайшнавов это возможно, если они будут довольны нашим служением, то тогда это возможно. И та шлока, с которой я начал, она очень важна. Мы должны посвятить свое тело, ум, все наши органы чувств. Вот в этой шлоке говорится тело, ум и речь. Все мы должны использовать для служения Господу и чистым гуру вайшнавам. И можно вспомнить. Махарадж говорил об этом до тех пор, пока Дживатма не сможет полностью предаться, буквально продать свою голову Гуру Вайшнавам, то нет никакой надежды на успех. До тех пор, пока мы не продадим свой ум полностью лотосным стопам чистых Гуру Вайшнавов, до тех пор мы не сможем достичь успеха. Чтобы принести в жертву всю нашу жизнь и все, что у нас есть, все наше богатство, всю нашу собственность мы должны принести в жертву ради уникального служения Гуру и Вайшнавам. И тогда и только тогда мы сможем стать успешными. Какая-то спокойная жизнь, если мы хотим жить какой-то спокойной жизнью, чтобы никто нас не беспокоил. И это тоже такое скрытое вожделение, пассивное вожделение. Шрила Прабхупад говорит, что это пассивное вожделение, что вы хотите. У вас не должно быть никаких желаний. У нас нет права оставлять за собой какое-либо право для себя. Все мы должны посвятить для служения Гуру и Вайшнавам, и тогда можно осознать, что такое баджан. Если мы не обрели вкус к Харибаджану, как мы можем
совершать этот баджан. Обусловленные души, они туда-сюда перемещаются, у них нет такого качества ничаятикабути. Они... Что значит это? Если мы изучили все и осознали, что Харибаджан — это единственный путь, и нет никаких других путей, вот это нищая цикабудхи мы разовьем только тогда, когда у нас не будет никаких желаний, и когда нет желаний, то тогда можно обрести такое качество. Если у нас есть желание делать то и все, различные другие вещи, хотим путешествовать по разным местам, изучать что-то, и это наше желание. Но техника баджана в том, чтобы связать все с Кришна баджаном. Если наше изучение образования связано с Кришна баджаном, то тогда нет никакой проблемы. Даже изучение грамматики может принести нам проблему, поскольку в ведах есть различные ответвления вед, подобно веткам, и как Аюрведа, например, и прочее. Но суть в том, есть паравидья и есть апаравидья. Два главных потока паравидья и апаравидья. Паравидья может поддержать нас в нашем духовном развитии, а апаравидья не может нам помочь в этом. Если это не связано с Кришнабаджаном и с Гуру Вайшнавами. И это причина, по которой Джива Госвами Пад, он беспокоился, и он составил Харинам Амрита Векарам. Такую книгу, он написал эту книгу, но никто не мог написать ничего подобного Панини. Конечно, мог что-то написать по милости Шанкара, Панини Векаран. Он этот Панини совершал аскезы, хотел представить эту грамматику совершенным образом. На санскрите сабдана шасана называется. И вот те гуру вайшнавы, те, кто настоящие гуру и вайшнавы, их слова, они очень достойные и идеальные. И вот когда Панини совершал свой баджан, имеется в виду, аскезы совершал, то Шанкара Бхагаван явился и we can master the whole language is quite impossible, vast language. Follow. Then Shankar Bhai will stand and with Dumru, you know, Dum 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 Dum. Play. What do you mean? But like each Dumru, each sound, like, you know, appear into the heart of Panini as и вот когда Шива, который явился перед ними, играл на своем барабане, то все эти звуки барабана, они явились в виде формул в его сердце, и он это все описал. И вот он описал, что вот эти все буквы санскритского алфавита, они все из Нарайны исходят. Ну, в общем, это то, что написал, это все как-то связано с Господом. И все исходит из Господа. И вот чтобы прекратить, чтобы помочь нам терять время зря, Джива Госвами написал это Харинама Вьякарну. Там это все, вся эта грамматика, она связана с Харинамом. То есть все связано с именами Господа. Все эти грамматические правила, они все связаны с именем Кришны.
поэтому, когда изучаем эту грамматику по его книге, то автоматически повторяем святые имена Господа. Но эта грамматика, она не может нам помочь в обретении Верховного Господа. А нужно помнить Верховного Господа, поскольку если мы даже на какой-то часть секунды забыли о Гуру Вайшнавах, это очень опасно. И через это забвение даже на короткое время можно развить какое-то вожделение и еще что-то, и этого времени достаточно, чтобы майя, она зашла в наше сердце. И вот чистые Гуру Вайшнавы, они никогда не за... Не позволяют майе войти в их сердце. Они всегда помнят Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Это не шутки. И поэтому Наротам Такур, он написал такие слова. И сегодня также очень важный день. Я немного скажу о Дживататве, поскольку сегодня день явлений нескольких махаджан. Я должен что-то сказать о них, чтобы обрести их милость. И вот общее обсуждение Гуру-таттвы, то слово из читания Читамриты, вот говорится, что в Дживи Сварупе нет прямого бхакти. А что это значит? Ну, еще говорится, вот Кришна Бхакти Джанмол Хой Саду Санга, что коренная причина Кришна Бхакти – это Саду Санга. Что значит это коренная причина, что не было раньше причины, и вот из этой садусанги она стала главной причиной. И, в Дживасварупе нет этого прямого бхакти, но мы можем обрести это. И мы должны следовать, эти слова не достаточно запутаны. И, и все это нужно объяснить научно, чтобы понять, что нет никакого, то есть нет разногласия в этом, везде гармония. Но чтобы осознать эту гармонию, нужно слушать Гуру Вайшнавов. И когда Харинам является, что значит, кто дал Харинам Гурудев? What is not the desire of Guru Maharaj, that should not be your desire. All you should recall that, reconcile. И то, что у нас не должно быть никаких желаний от личных от желаний нашего Гурудева. Then you can enjoy. И вот согласно вот этому киртану, как понять, что мы получили полную милость с Гуру первого, и то, что такой настоящий ученик Снигдасиши, он может избавиться от майи, это первый признак. Поскольку, будучи в майе, если мы служим Гурудеву, это практически невозможно. Гурудев, он находится в Шудда-Саттва-Бумике, он находится в трансцендентной обители на уровне Шудда-Саттвы. Бхагаван, его все спутники и все остальное, они тоже находятся на этом уровне. Мы, если находимся внизу и не достигнем его уровня, то наше настоящее служение мы не сможем начать. Конечно, Гуру Вайшнавы могут дать нам возможность, попытки, чтобы мы развили настроение служения, поэтому не только они совершают Гуру Севу и стали совершенными.
И вот Бандамуи Савадханамате. Вот эта строка из Киртана. Что это, что это значит Савадханамате? Очень осторожно. Первое, мы не должны видеть, не находить, мы не должны находить никакие недостатки в Гуру и Вайшнава. Мы должны делать то, что хочет Гурудев, исполнять его желания. Парампуджа Кешава Госвами Махарадж приводит прекрасный пример. Я не могу забыть его до последнего вздоха в моей жизни. И вот он говорит, что иногда Гуру Падпадма говорит, чтобы проверить наше сердце. Sometimes Guru Padma is testing you. Some Prabhupada speaking to test your heart. Follow what I say. Guru Maharaj, can I go to my home? И вот кто-то спрашивает, Гуру Махарадж, можно пойти домой? Мать чем-то болеет, и иногда письмо приходит. From the previous вот с дома Кешава Госвами Махараджа какое-то срочное письмо написано, что мать чем-то заболела, приезжайте быстрее. Шрила Прабхупада получил это письмо и позвал Шрила Кешава Госвами Махараджа и сказал: «О, Винод Прабху, твоя мать больна, ты должен навестить ее, съезди в свою деревню и возвращайся». И Винода поклонился и посмотрел на Шрилу Прабхупаду с полным уважением. Поскольку Гурудев, если мы смотрим на Гурудева, мы видели, если с утра кто-то смотрит на Гурудева, мы видим какое-то уникальное настроение вечером, какое-то новое настроение может быть. Если у нас есть наши глаза, тогда мы сможем видеть. Подобно, как Радхарани является перед Кришной, но в различное время он видит какую-то новую Радхарани в новом настроении. И в этом ее великолепие. Почему? Радхарани, она изначально Гуру-таттва, и Гурудев тоже время от времени являет различные настроения, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж после утреннего арати, у него одно настроение, он говорит, сидит в своем позднем кутире и говорит харикатху преданно. Птички поют, солнце восходит, очень такая прекрасная обстановка. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж с закрытыми глазами говорит харикатху утром. Потом в обед говорит харикатху вечером. И вот смотрите, Гуру-таттва, она очень и очень тяжела, важна, и не все могут понять. И в тот день, когда Гурудев примет вас всем сердцем, и ваше сердце, если будет в гармонии с сердцем Гурудева, и тогда, если вы даже живете в тысячи километров от Гурудева и повторяя Харинами Гайтри, вы осознаете, что хочет от вас Гурудев вот в тот или иной день. Гурудев может быть в Майпуре и желание Гурудева. Если Гурудев хочет, что мы что-то должны сделать сегодня, то автоматически это ученик, настоящий ученик осознает, что Гурудев хочет от него. И поэтому я начал с этого, что Гуди Вайшнавы никогда не гордятся ни какими особыми качествами, которые у них есть. Они говорят, что все приходит от Верховного Господа, это возможно для Шрилы Прабхупады.
чтобы Он дал нам силу, чтобы сделать то, что невозможно для нас, по милости. Шрила Прабхупады все возможно, Шрила Бхакти Он таков. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Он таков, для них не было ничего невозможного. И по их милости мы тоже можем сделать это. И если мы это осознаем, это будет настоящая Тринадапи. Тринадапи. Что значит Тринадапи? Это не значит гордость тем, что мы где-то проповедуем. Это не настроение настоящего проповедника. Как Шринивасачарья смог проповедовать практически во всем мире. Или как Наротам Такур, как он смог проповедовать по всему миру. Сами они никуда не ездили. Ни в какие иностранные страны, но их послание, оно распространилось по всему миру. Кто не знает о Шринивасачарье? Даже во время арати Шрила Прабхупада однажды обнаружил, что Винода на арати присутствовал. И вот когда он поклонился Шриле Прабхупаде, он сказал, что я сказал тебе утром, чтобы ты съездил к себе домой, а ты еще не уехал. И Винода, плача, сказал. Он поклонился Шри Прабхупаде и сказал: «О, Прабхупад, вы хотите проверить меня? И поэтому вы сказали так. Вы мой отец, моя мать, мой лучший друг, а кто такая мать?» И в тот день Шрила Прабхупад осознал сердце Винода. И тот Винода, тот Кешава Госвами Махарадж говорит, иногда Гурупад Падма, он не хочет сердцем, но внешне может сказать, чтобы проверить сердце. Такого ученика будьте осторожны. И вот техника баджана такова, чтобы связать все с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном. Мы должны посвятить сердце Гурудеву, кто живет. Если кто-то спросит, почему, ради кого вы же живете. Если кто-то спросит меня, каков должен быть точный ответ. Например, кто-то говорит, что я живу ради еды. Кто-то ест, чтобы жить. Кто-то наоборот живет, чтобы есть. Если кто-то спросит, ради чего мы живем, кто-то ради жены живет, кто-то ради детей, кто-то ради родителей и остальное. Мы не можем ожидать какой-то прекрасный ответ, абсолютный ответ от таких людей, только чистый Гуру Вайшнава могут сказать так. Если я спрашиваю Шрилу Кешава Госвами Махараджа, ради кого он живет, он скажет, что он живет ради Шрилы Прабхупады. Если я спрашиваю Шрилу Бхакти Камод Санта Госвами Махараджа, ради кого он живет, он скажет, что живет ради Шрилы Прабхупады. Ради кому вы хотите посвятить свою жизнь? Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад значит Гуранга. И таким образом, полностью посвященная душа, она скажет так. И вот сейчас я хочу сказать, что... И вот если говорить о славе Гуру Вайшнавов, их слава бесконечна. И сегодня вот особый день, я должен сказать о тех вайшнавах, которые явились Нарахари Саркар Прабху, он
Мадхумати Прабху, в Мадхумати, в Радже. Он, а здесь он родился, в Катве, рядом, там где-то в той области, и вот на Рахари Прабху. Он ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Он полностью посвятивший себя душа ему. Он происходил откуда-то с Бенгала, откуда-то. И вот он посвятил свою жизнь ради Шри Чайтаньи Махапрабху. Он посвятил свою жизнь Шри Прабхупаде. Внешне мы не можем найти, что он ездит проповедовать и прочее. И насколько важно наше служение, Гуру Вайшнава они могут понять, они могут видеть наше сердце. Кто-то может и выставлять себя как лучшего ученика Гурудева, но кто-то может гордиться каким-то служением, которое он сделал для Гурудева. Те, кто совершает служение, настоящее служение, они никогда не гордятся им и не выставляют на показ, какое служение совершал Шрила Прабхупада для Шрилы Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махараджа. Стирал ли он его одежду или готовил что-то, какое служение он совершал. Но все же Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махарадж думает, что Шрила Прабхупада, он лучший ученик. Его ученик во всем мире. А что такое настоящая сева? Глупые люди не понимают этого. И так или иначе, мы должны посвятить всю нашу энергию для того, чтобы Гуранга Махапрабха был доволен. Это зовется севой. Что значит сева? Мы должны посвятить нашу жизнь, энергию и все. Для того, чтобы Гуранга Махапрабха был доволен. И это зовется севой. И вот Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махарадж, он отдал свою жизнь ради Гуранги Махапрабху. Он всегда воспевал его имена. И также в форме, форме каких-то писаний. Что Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махарадж сделал, он только харинам повторял, и через этот харинам Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махарадж, Махапрабху был доволен его воспеванием харинама, поскольку внутри имени все служение уже есть, но сейчас мы не можем осознать этого. И вот, если Гаура-кишоры Дас Бабаджи Махарадж не совершал служение, то как могло бы, было бы возможно, что его язык всегда воспевал харинам? Как вы смотрите, Харидас так он не слышно, не слышно было про него, что он что-то готовил и Кришне предлагал, но он всегда воспевал три лака святых имен, и Шрила Прабхупада также всегда воспевал святые имена. Обусловленные души не могут поверить, как это возможно. Когда Шрила Прабхупада говорил Харикатху, объяснял вот эту шлоку, это в Джуланбаре, в Даке было, и он повторял харинам также непрерывно. И как это возможно для него было? Шрила Прабхупада повторял харинам и в то же самое время писал несколько книг, имеется в виду, диктовал статьи для трех преданных, которые записывали. Сундарананда Видевинот записывал Пранавананда Брамачари и Васудев Прабху. Шрила Прабхупада ходил, повторял харинам и диктовал им одновременно три статьи. Гуру Махарадж говорил, даже полубоги с небес
Мы не можем ожидать, что у них есть такое могущество, трансцендентная жизнь. Гуру и Вайшнавов, она уникальна, если мы поверим, то тогда мы получим зеленый свет на пути нашего баджана. Если мы будем сомневаться в чем-то, то тогда нужно будет... Это может стать причиной нашего падения. И вот если мы хотим использовать имя Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, чтобы показать другим, насколько великий мы севак, то это никакое не служение, если мы хотим просто пользоваться именем нашего Гурудева. Я могу, Махарадж будет говорить о том, что служить Гурудеву и наслаждаться Гурудевом. Его слава, Гуру Сева, Гуру Бог и Гуру Тьяг. Оставление Гуру Дева, это Гуру Тьяг, Тьягом называется, это разные вещи. Конечно, можно дурачить каких-то посторонних людей, но одурачить настоящих вайшнавов невозможно. Настоящий проповедник никогда не может говорить так. Если я скажу, что Нарахари Прабху лучше из проповедников, то что неправильно в этом, кто сможет оспорить, Нарахари Прабху он лучше из проповедников. А как это доказать? Если у нас будет столько же смирения, столько же преданности, как у него, то тогда можно сказать, что и мы проповедники. Нарахари Прабху нельзя было найти, что внешне он куда-то ездил, какие-то лекции давал. Он жил в Гаудия Матхе, в Акармадхе. Тот изначальный Гаудия Матхе. Гурудев говорил, Шрила Прабхупад, они говорили, что Чайтанья Матху не отличен от Чайтанья Дева. Шри Чайтанья Матху не отличен от Шри Чайтанья Дева, а в Чайтанья Матхе наивысшее служение может совершаться, наилучшее служение Шри Чайтанья Махапрабху. Это то место, с которого слава о Шри Чайтанья Махапрабху может распространиться по всему миру с этого изначального источника. И вот Шри Чайтанья Махапрабху — это изначальный источник, который явился из трансцендентного мира. И в различных Гаудия Матхах те, кто посвятили свою жизнь ради Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, в различных отделениях Гаудия Матха есть прекрасные ученики Шрилы Прабхупады. Они и Гаудия Матха — это то место, где можно заботиться о Шри Чайтанья Махапрабху и всех его спутниках. И всех последователей Гаудия Матха. И это Гаудия Матха, он не отличен от Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Нарахари Прабху, он заботился о Чайтанье Матхе всегда. Для того, чтобы Верховный Господь был доволен, чтобы Господь был доволен, его ученики должны быть довольны. Если мы хотим, чтобы Махапрабху был доволен нами, мы должны служить, сделать так, чтобы спутники Махапрабху были довольны нами. И вот все его преданные, те преданные, которые посвятили свою жизнь ради Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Нарахари Прабху, он заботился о таких учениках, о всех спутниках Шрилы Прабхупады, всех преданных, которые жили в Гаудия Матхе. Он служил непрерывно. Как вечером, например, Нарахари Прабху, он последний ложился спать. Когда просыпались, то обнаружили, что Нарахари Прабху уже давно проснулся и совершает какое-то служение. Никто не видел, когда Нарахари Прабху ест просад или спит где-то, когда.
Если так или иначе на Хари-прабху как-то чем-то болел случайно, то он никогда не шел к докторам. Почему? Чтобы не терять времени, а совершать служение. Винода говорит, в итоге день за днем он никогда не заботился о себе, заботился о других, и в итоге мы как-то случилось, что он как-то заболел сильно. Но все же он не ходил по докторам, он говорил, если через если я в процессе служения оставлю свое тело, это будет мой успех в моей жизни. И однажды Винода разгневался, не разгневался внешне, явил лилу гнева. Хари-прабху, он был подобен матери Гауди Матхе, имеется в виду, как такой заботливый, как мать. Vinoda speaking. I know. You want to project your name as a topmost servant. That's why you are not going to doctor. А Шрила Кешава Госвами Махарадж однажды так пошутил над ним, что ты, что тебе нужно к доктору сходить, вылечиться, а ты тут не идешь к доктору, чтобы показать, насколько ты отреченный и насколько великий севак. И вот в итоге Кешава Махарадж вынужден был так сказать, чтобы его вылечить, иначе он сам не шел никаким докторам. И вот он пошел, они пошли к какому-то знаменитому доктору, который имел огромное уважение к гуру Вайшнавам. И когда они пришли, этот доктор сразу оставил всех пациентов и поздоровался с ними, выразил свое почтение и проверил, что с ним случилось. И после этого желание доктора было таково, чтобы оставить свое тело в такой подходящий момент. И когда он служил на Хари-прабху, проверял его тело, как он, и давал какие-то совершенно подходящие лекарства, Винода сказал ему, на Хари-прабху настолько милостив, он олицетворение милости Гуранги Махапрабху, и он благословил того аюрведического доктора так, что он вскоре умрет. Этот доктор хотел умереть в подходящее время, вот он исполнил его желание, и Нарахари Прабху благословил этого доктора, что он умрет в какой-то очень благоприятный момент, и вот вскоре он, по его милости, он так оставил свое тело. Нарахари Прабху был подобен матери Гауди Матхе. И вот сегодня также я хочу попросить прощения у лотосных стоп, если какие-то ошибки я совершил. И другой Шринивасачарья. Сегодня день явления Нарахари Прабху Шринивасачари. Он подобен второму Каливару, второму телу Шри Чайтаньи Махапрабху. Это очень обширная тема. Одного месяца не хватит. И хочу сказать что-то о нем. Есть место Джаджиграм рядом с Катвой, где он родился. И вот Шринивасачарья
Он родился в Джаджаграме, отец и мать, все они были вайшнавы и вайшнавы. Они не были обычными людьми, и после того, как отец оставил свое тело, он пришел в одно место рядом с Катвой, рядом с Джаджаграмом. Near Narali Sarkar Thakur Pit. There you used to live in his maternal uncle's house. И вот, в общем, там он жил в доме матери с кем-то там. Because, you know, second body, Ditya Swarupa, of Gauranga Mahaprabhu. И вот начал изучать грамматику, закончил изучать ее, и после этого он проявлял бхакти. Он хотел получить даршан Гауранги Махапрабху, я Махарадж очень кратко говорит, и вот. И вот он, чтобы увидеть Махапрабху, начал свое путешествие в Нилачал Кшетру, но перед тем, как прийти туда, Махапрабху, он уже ушел из этого мира. Он немного не успел, и вот Гададхара Пандит был там, он встретился с Гададхара Пандитом. Гададхара Пандит, он хотел отдать полное учение Шримад Бхагаватам Шринивасачарье. И вот когда он достиг того места, там было много великих преданных, и Гададхара Пандит, он плакал и плакал, он не мог больше читать Бхагаватам, поскольку в то время Бхагаватам было вручную написано. То есть не было печатных станков, просто вручную переписывали. И вот из-за того, что он плакал над этим Бхагаватом, из-за его слез, которые падали на Бхагаватам, все чернила смылись. И вот после этого Сарвабхаума Бхаттачарья и другие преданные, они получили даршан Джагнатха Баладева Субхадра. И вот после этого он пришел назад, Нарахари Прабху. И после этого Гауранга Махапрабху во сне явился ему и сказал, что ты должен отправиться во Вриндаван, там твой Гурудев ждет тебя. Кто? Гопал Бхатта Госвами, он ждет тебя там. И он в Майпуре был, но Шачимата уже ушла из этого мира, Вишнуприя осталась. Вишнуприя, она никогда ни с кем не встречалась, жила внутри своей комнаты. Скоро день ее явления. И вот она повторяла имя Гауранги, брала одну рисинку, повторяла второе имя, потом еще рисинку откладывала, и таким образом, сколько она имен повторяла, столько рису и готовила, еще половину отдавала кому-то из этого. И вот во сне Гауранга Махапрабху пришел к Вишнуприи и сказал, второе тело Шринивасачарья, он подобен моему второму телу, ты должна пролить на него свою милость. И Шринивас, он был на берегу Ганги и плакал день и ночь, и утром Ишантаку. Они помогли ему прийти в то место и Вишнуприи Деви. Она сказала, чтобы его привели к ней, и она прикоснулась пальцем левой ноги к его голове, к его лбу,
И таким образом он обрел полную ее милость, и потом он пошел во Вриндаван, чтобы учиться у Джива Госвами, всем шастрам, и чтобы получить дикшу от Гопалбата Госвами. Это краткое его жизнеописание. В какой-то день более подробно могу рассказать. И вот, кто может понять, кто такой Гопалбата Госвами, кто такой Шринивасачарья. И тогда во сне Гуранга Махапрабху говорит Джива Госвами Пада: завтра можно встретиться с Шринивасом. Вечером во время арати Говинда Деви можно увидеть, кто-то стоит сзади и плачет. Он прекрасен, подобен царю. И вот цвет его тела подобен цвету расплавленного золота, его настроение скажет, что он сам Шринивасачарья. И Джива Госвами, он увидел его, и они пошли к Гопалбате Госвами. И там он получил дикшу. И он начал изучать все писания, которые написаны Рупой Санатан, различные книги. Джива Госвами Пада и прочими. И однажды Джива Госвами Пад, он хотел проверить своего ученика Шринивасачарью. Он сказал: у меня есть вопрос, можешь ли ты ответить, и что за вопрос? Из одной книги Рупы Госвами Пада. Все деревья и прочие, они говорят, вот это Кадамба Врикша, почему она сияет? И Джива Госвами спросил такой вопрос, чтобы проверить сердце Шринивасачарьи. Шринивасачарьи, он Мони Манджари. Он не кто-то обычный. И тогда Шринивасачарья сказал: нужно какое-то время. Я могу ответить тебе вот в другой прахар после обеда. Никто не понял, почему он пошел в какое-то уединенное место, начал медитировать на лотосные стопы Рупы Госвами. Каково же значение, почему он написал, что все деревья и кустарники, они жалеют, о том, что не жалеют, ну как, жалеют. Спрашивает, почему Кадамба так сияет, и Рупа Госвами ответил, что причина в том, что это дерево Кадамба, оно было посажено самим Кришной. Это дерево Кадамбы. Оно посажено самим Кришной. И сейчас Кришна ушел в Матхуру, внешне, хотя внутренне Кришна всегда во Вриндаване. И вот все эти деревья, кустарники, птицы, животные и все прочие, они являют так чувство разлуки. Но Кадамба Врикша почему нет? Почему Кадамба Врикша не страдает от того, что Кришна ушел? Потому что Кришна посадил этого дерева. Потому что Кришна, хотя он в Матхуре, он думает об этом дереве Кадамба.
И поэтому Кадамба в рикше она не чувствует разлуки. И вот так в уме Кришна он заботится об этом дереве. И вот он вернулся к Дживи Госвами и ответил. Он был очень рад и обнял его и сказал, что да, ты самая достойная личность. И вот когда Рупа Санатана ушли, Гуранга Махапрабху ушел, и вот когда он пришел во Вриндаван, он узнал, что Рупа уже и Санатана они уже ушли из этого мира, он был очень опечален. Это Шринивасачарья. И вот так много вещей я могу буду подробно сказать о нем когда-нибудь попозже, поскольку месяца мало, чтобы описать его славу. И вот сейчас это была обязанность Шринивасачарьи. Srinivasacharya to take all the scripture written by Rupa Sanatana Jiva. И вот все писания, которые написал Рупа Санатана Джива Госвами. Все их книги они взяли их для того, чтобы проповедовать, и в Бенгал поехали. И вот Шринивасачарья. Нарутама Такур. И также, когда они Нарутам Такур, также он Нарутаме, он сказал, что Нарутам завтра встретится с тобой. И таким образом, Шаманда Прабху, Шринивасачарья и Нарутам, они вечные спутники Верховного Господа, но все же. This way they took responsibility to preach all the Siddhanta Vishara, проповедовали о Сиданте Шри Читани Махапрабху через эти писания Госвами. Долгая история это. И лучший из учеников Шринивасачарья, он Рамачандра Кавираджа. Сегодня день его явления, он лучший ученик. Как я могу сказать об этом? Я уже говорил вот в этой шлоке. Много учеников могут пытаться получить какую-то пенсию от Гурудева, что мы тут служение какое-то совершали. Давайте пенсию нам платите. Гурудев, конечно, будет платить таким ученикам пенсии, чтобы обмануть их. То есть они служили ради того, чтобы получить какое-то вознаграждение. Но много глупых людей не понимают, что такое настоящее служение, кто настоящий сева, кто просто служит за какую-то зарплату или пенсию. Такие люди хотят как-то сфотографироваться рядом с Гурудевом, чтобы потом другим показывать, что вот смотрите, вот так служил и так служил. И вот так ожидают какое-то вознаграждение, какую-то пенсию Гурудева, но настоящие севаки, они посвящают всю свою жизнь ради Гурудева и не хотят брать ни копейки от Гурудева. В жизни великих ачарьи, таких как Шрила Прабхупада и других, можно... Видеть, что Шрила Прабхупада говорил, что они все пришли, чтобы обмануть меня, они пришли сюда, чтобы наслаждаться мной. И также могу обманывать их из жизни в жизнь. Они пришли, чтобы обмануть меня. Гуру Падма, иногда какие-то люди приходили, чтобы саньясу получить и прочее, и вот, или дикшу получить. И Шрила Гурудева говорил, что я сам еще посвящение не получил, как я вам могу дать.
Вот Гурудев, он говорил мне, что смотри, они пришли, чтобы получить саньясу ради каких-то своих выгод. Они не любят меня, просто пришли, чтобы получить какие-то выгоды. Они пришли ко мне не из-за того, что они любят меня, а пришли получить саньясу только для того, чтобы показать себя как каких-то великих саньяси, аричари. А кто совершил служение такого доказательства внутри сердца ученика, который полностью достоин, можно обнаружить, что вся сиддханта Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура и сила Гурудева, она явилась в нем полностью. И это главное доказательство. То, что чью-то лекцию смотрят 100 тысяч человек, это не значит, что этот человек говорит харикатху. Кто может судить Гуркишор Дас Бабаджи Махарадж, он может судить, кто говорит харикатху, а кто нет. Его нельзя дурачить. Он подобен индикатору. Если Свабгасай, он одобрит нашу харикатху, то это будет настоящая харикатха. А если нет, это просто какой-то яд. Я не говорю о себе. И вот в этой шлоке говорится. So I cannot speak this way. Ban Maharaj not speaking. Gosai Maharaj not speaking. Bhakti Padhi, all they useless. I cannot speak this way. If I speak, surely I am not preacher. A preacher can never speak Настоящий проповедник не может never. Критиковать чистых вайшнавов. Может, какая-то стратегия есть, но для нас Чтобы Гуру-таттва, она единая и неделимая, если мы любим Шрилу Кешава Госвами Махараджа и не любим Санта Госвами Махараджа, то это не Гуру-таттва Даршан. Это показывает, что мы не утвердились в Гуру-таттве. Если мы говорим так, то это просто глупость, а даже если тысячи людей, десятки тысяч людей слушают нас, и вот мы хотим часто видно, что какие-то люди хотят наслаждаться, получить пенсию от Гурудева, какое-то вознаграждение. А кто совершает настоящую Гуру Сева, Сваруп Гасай, каково он был подобен индикатору Сваруп Гасай, он показал нам, что как определить, что такое харикатха, что такое не харикатха, что такое смесь каких-то материальных лекций и харикатхи. Говорить об абсолютной истине – это хорошо, говорить ложь – тоже хорошо, но говорить полуистину – это опасно. И если кто-то говорит ложь, это пойдет. Если кто-то говорит об абсолютной истине, это хорошо, но если кто-то полуправду говорит, то это плохо. Это как бы не истина и не ложь. И много людей могут одурачиться, слушая такие лекции. Этот лектор и себя обманывает, и других. И как получить, и как утвердиться в чем-то, слушая такое. Если нет очарованно достойного поведения, то такие люди не должны проповедовать. Шрила Прабхупада Махарадж говорил, какая проповедь. Сначала вы сами совершайте харибаджан, покажите, что у вас есть настоящая любовь к Гуру, Вайшнаву и Бхагавану. Шринивасачарья может проповедовать, чем надо пробовать, может проповедовать. Вот почему я говорил, что Рамачандра Кавирадж в один из дней не могу сказать.
И вот я несколько раз приводил пример, почему Джива Госвами Пад обнял Шринивасачарью. И почему Шринивасачарья говорит, что Рамачандра Кавирадж, почему Нароттама Такур, плача, он в своем киртане поет, говорит такие слова. Пасане кутиво мата оноле пошиво гоуранго гунен ниди потха геле пав. One I can get the association of those devotees, the personal associates of Gauranga. Where I can go to get the darshan of the lotus feet of Gauranga. There is no scope. All they cheat me because I am unfit. Куда мне пойти, чтобы обрести лотосные стопы Гауранги? И вот, Because I am very unlucky, I cannot get the darshan of Gauranga, all the associations. Вот он в своем киртане говорит, что из-за того, что я не могу получить даршан и общение с спутниками Гуранги Махапрабху, я готов умереть. И вот Нароттам Такур плачет, он молится, чтобы получить общение с Рамачандрой. И почему, если спросить Нароттама Такура, почему он хочет получить общение с Рамачандрой Кавираджем? There was some impression, put, or is, you know, boom. You go to home, to meet your wife, beat him. Now you are coming to read the Seva, Guru Seva, foolish number what? Narottama Thakur, that time he was busy with cleaning this corridor of Samaranda. No, Srinivasacharya. Where from you are coming? I'm coming from my previous home. И вот однажды на вот там такого. Пришел, ну вот что-то подметал там, а Рамачандра пришел к этому к Шринивасачарье. А он спросил, откуда, да, вот там спросил, откуда пришел, он сказал, что ходил с жену проведывать. Он разгневался и ударил его. А впоследствии он узнал, что это Гурудев его отправил жену повидать. Under a tree, he find a very like prince. What is planting going on? Then Srinivas Acharya speaking, that kind of prince is more than a prince. That body should be dedicated for Krishna Seva, otherwise useless. Then the sound coming into the ear of whom? И вот этот Рамачандра Кавирадж, он был на свадьбе, и этот Шринивасачарья, он там как-то мимо проходил, увидел его и сказал, что вот такой красивый человек, и он должен посвятить свою жизнь служению Кришне, и он услышал это, эти слова, они произвели впечатление на его, огромное впечатление на него, и он решил, что он пойдет и
посвятить свою жизнь служению Кришне. Вскоре он пришел к нему, получил харинам. Это долгая история. И вот однажды Шринивас Ачарья хотел проверить своего ученика. Он как бы женат был официально. Но после свадьбы он как-то убежал с этого своего дома и потом этот Шринивас Ачарья отправил его назад домой, чтобы там поговорил с женой и еще что-то сделал. И вот он пришел, когда... И вот когда когда вернулся, жена очень обрадовалась. И после этого они о чем-то там говорили. И вот он поговорили, он хотел опять уйти. И so he come back and embrace wife one time. That's on the Varnadian touch. He's embracing him. He is also Manimani. He actually Karuna Manjari. And then why is also a scandal? Embrace another ladies, no problem. Follow my point. He is also ready. She is also ready. Then come back. Then North Mudha will beat you. Where from you are coming? I went to home to discuss with them. You have your Bhagavan there, you foolish? Beat him. Then North Mudha, it was the usual rule. И вот он вообще обнял свою жену и вернулся. И там как раз народ там что-то подметал, увидел, что он пришел, синдури был. Ну, то, что жена обнимался, это синдур на него попал, и народ там так спросил, где он был. Он сказал, что к жене ходил, и тот разгневался и ударил его. И, this is Guru Shishya Tatta. What is the Shishya Tatta? What is the Guru Tatta? Now I oh my God. I can burn out my hand with this hand. И потом он очень пожалел, что как-то ударил его и сказал, что. Then Srinivasa Acharya, after taking bath, sitting and crying, those people are so dangerous. Morning time they are going to beat wood, and night time they are going to burn up their head, hand with fire. My hand speaking. Morning time they are beating me with wood, and night time they are going to burn up my hand. Not only what's that? How you know that I am going to burn up my head? He could realize, he leave this desire. No, I should not do it, because my hand is the hand of Srinivas, the second body of Gauranga. I mean, the hand of Narottamadakur is the hand of Gauranga. Same thing spoken to Sanatana, Saint Siddhanta. Sanatana, if by leaving my body I can get Jagannath Krishna, then I can leave my body hundreds of times. What do you mean? You don't know what I mean to say? Why you have taken decision to и вот народ там, когда он пожалел о том, что он ударил эту Рамачанду, то решил сжечь свою руку в огне. И потом Гурудев сказал, ну, как-то узнал об этом, почувствовал это, и народ там так, он передумал делать это. Это было подобно тому, когда вот в случае с Махапрабху в Пуре, там Санатана, когда он хотел за то, что он чем-то там заболел и решил броситься под колесницу Джаганатха, но Махапрабху он поймал его и сказал, что если бы просто бросившись под колеса колесницы Джаганатха можно было достичь чего-то хорошего, то я бы бросился тысячи раз. И
Он сказал, что ты уже предался мне, поэтому твое тело мне принадлежит, и ты не имеешь права совершать такое самоубийство. И вот те, кто получили милость Гурудева, не могут понимать значение шастр. И те, кто не получает милость Шрилы Прабхупады, Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивинода Тхакура, разве такие люди могут говорить о какой-то сиддханте? И в то же самое время, если мы посвятим свою жизнь Гурудеву, то я могу доказать вам, что даже инвалид, который не умеет читать и не может даже подпись поставить, даже алфавита не знает. Если вот Баба Зе Махараджа, есть такой брат Боги Парват Госвами Махарадж. Он был, работал этим швейцаром с Непала. Непала происходил, работал всю жизнь этим швейцаром, и, ну, по милости, ну, читать я не умел, но по милости Шрилы Бхактисиддханты Мадхава Госвами Махараджа он получил божественное знание и говорил прекрасную харикатху, объяснял Бхагаватам, хотя он читать не умел, но мог очень прекрасно говорить о всем. Если я найду, что кто-то ученик мой Гурварги, кто-то из любого с любой организацией, я говорю о нем как мой брат Боги, я беспристрастен, а если наоборот нахожу, то не говорю о Гуру Говинда Свами Махарадже, это мой брат Боги, я могу 100% сказать об этом. Мое сердце и его сердце, они не отличны, никто не может доказать, что вы ученик Шрилы Кешава Госвами Махараджа, да, вы не можете доказать обратное, что я не ученик Шрилы Кешава Госвами Махараджа, или то, что я не ученик Шрилы Шанты Госвами Махараджа, вы не сможете доказать обратное. И мы должны все видеть в гармонии. Почему? Рамачандра Кавирадж, лучший из его учеников, почему Гурудев, он постоянно думает о нем, заботится, он может, нет помощи никакой ему внешне, но если Нитьянанда поможет, то все произойдет. Почему вы не верите в это, вот в этом шлоке, например, когда мы часто повторяем Пангум Лангайте Гирим, что по милости Господа даже инвалид может перейти гору. И вот по милости Гурудева это все возможно. И вот я могу другой пример привести, поскольку тема обширна еще. Сила Бхакти Ваймбхав Пури Госвами Махарадж, его день явления тоже сегодня. И вот смотрите, как понять, кто получил полную Гуру Крипу, а кто нет. Глупые люди, они не знают, не имеют представления о Сиддханте, ничего не знают. Только тилыки носят и Хари Кришна повторяют иногда, и Шрила Бхакти Ваймбхав Пури Госвами Махарадж говорил, что такие люди глупые. И вот Бхакти Ваймбхав Пури Госвами Махарадж на день его явления, он сидел на Вьясасане и говорил, такие, может, жесткие слова кому-то. He cannot prove that you are doing harinam. He is speaking this way. That day I could realize that
Вот Бабаджи Махарадж, вот в тот день он понял, что он, его Шикша Гуру, тот, кто имеет силу говорить об абсолютной истине, а те, кто избегает этой абсолютной истины всяческими способами, не вайшнава. Для вайшнавов это невозможно. Как вайшнав может избегать говорить об абсолютной истине? Сегодня техника проповеди такова, что чем больше скрывать и как-то искажать абсолютную истину, тем больше такой человек становится знаменитым. То есть чем больше он как-то избегает абсолютной истины, тем более знаменит. И вот такие люди, которые знают, как одурачить людей, становятся часто знаменитыми. Дурлава Гурур Деви, Шишо Шандапахара. Can you show one such disciple in your life? If I am not disciple, how I can make disciple? Можете ли вы показать? То есть, если мы сами не ученик, то как мы, у нас могут быть настоящие ученики? И другой пример могу привести. Балаван адару ясуна сад гуру патамуре срутой ропи тасва сасастрой кишне бхакти наджаяти. You cannot get Krishna bhakti. Мы не можем обрести Кришна бхакти, если у нас нет огромной любви к Гурудеву, огромной к любви к лотосным стопам Шрилы Гурудева. Мы можем, может, запомнить множество шастр, говорить какие-то лекции, но I'm not going to get any contact. I'm not a contactor. If Nityananda Prabhu arrange, then I can speak some Harikatha. Если по милости Нитянанда будет милость Нитянанды, то тогда мы сможем говорить Харикатху. If they come in contact with me, they can hear. If they don't, if they like to kick me, also I approve. Is also one kind of blessing. Also one kind of blessing they like to keep me. Если кто-то хочет избежать меня, это тоже милость для меня. Однажды Шринивасачарья ушел, имеется в виду, ушел из этого мира, в Нитья-лилу, но в тот день особо ушел в Нитья-лилу, ушел в Нитья-лилу, он сидел в такой глубокой медитации, три дня он не находился в этой медитации, не отвечал ни на какие просьбы, и преданные попросили Рамачандру Кавираджа, можете ли проверить, что с Гурудевом случилось. Он три дня уже сидит и не отвечает. И вот он сел рядом, начал медитировать. И вот дата значит объект, на который медитировать. И вот в этой медитации три объекта, если они на одном уровне будут находиться, и тогда эта медитация станет успешной. Сама медитация, объект медитации и тот, кто медитирует, если они на одном уровне находится, то медитация достигнет успеха. И вот он увидел, что Гурудев отправился во Вриндаван на Ямуну, и там в этой Ямуне Радхарани потеряла кольцо с носа, и вот они все искали в этой Ямуне, поскольку в Ямуну упало это кольцо, они все искали. Куда же это кольцо пропало? И вот тогда Каруна Манджари там тоже была вместе с Гурудевом. Если вы не знаете Сварупу Госвами Гурудева через ваш баджан, как вы можете совершать Рупануга баджан? Если у вас нет знания об этом.
Через баджан мы должны, через харидам мы должны получить все ответы. И вот в то время, когда они искали в этой воде, что Гурудев тоже участвовал в поиске, и Рамачандра Кавираш тоже присоединился, и вот они искали, искали. И таким образом Каруна Манджари смог, эта Каруна Манджари, она осознала, где Мани Манджари, ее Гурудев. В духовном мире все великолепно, какие-то глупые люди могут спорить, что Гуна Манджари лучше, чем Наяна Муни Манджари, или кто лучше из них, но глупые люди, они спорят о каких-то таких вещах. Которые не стоит того, чтобы о них спорить. Вместо того, чтобы заниматься своими проблемами, критикуют других, например, Кришнадас Прабхуджи в Сакхи-расе, но они его критикуют, что он в Сакхи-расе, а кто-то в более высокой расе, но толку что от этого, если вы не приняли еще прибежище Гурудева, а уже пытаетесь узнать о его сварупе. I love this Mahayan. И вот это. Really I love. Why? Я имею огромную любовь к этому Махаджану, поскольку я видел, что у него есть дух для того, чтобы говорить об абсолютной истине. Поэтому я уверен в том, что он лучший из проповедников. Как я знаю об этом, вот согласно этой шлоке. Вот ваш пример, это ваша мать. Любой, кто приходит к какому-то Махапурушу, Садгуру, я не знаю почему, но они чувствуют какое-то утешение, какое-то блаженство. Если их сердце горит из-за какой-то камы кротхи или еще чего-то, и когда они приходят к Махапурушу, они, видев его, их сердце успокаивается. А почему? Поскольку Кришна Джаганнат в его сердце, Баларам Джаганнат. И после того, как Шрила Прабхупада, а после Шрилы Прабхупады мы не находим никого, кто мог бы так широко проповедовать. Вот он знал четыре языка, а то и больше. Он мог на Бенгале говорить, на арии говорил, на телегу, на тамиле, на английском. И как широко он проповедовал. Нитянанда Прабху, по его милости, он начал публиковать книги Шрилы Прабхупады. Даже И вот один из Джанатан Махарадж, он очень любил его, и Шрила Вайкунтха Госвами Махарадж. Он лучший из пандитов был. Он очень любил его. Почему? Поскольку они видели нечто конкретное в его сердце. Он был достойной личностью. Он мог проповедовать Джанардан Махарадж, он обычно никуда не ездил. И вот все ученики Джанардана Махараджа сейчас, они утверждают, что он их также их Гурудев и ученики Вайкунтха Госвами Махараджа, несколько точно знаю. Они тоже получили харинаму от Шрилы Вайкунтха Госвами Махараджа, а потом дикшу от Шрилы Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджа, и передо мной Майя танцует. Что Майя может сделать? Перед ним Майя ничего не может сделать.
И в пожилом возрасте, когда он поехал на Запад, чтобы спасти тех падших душ, которые там были, какие-то глупые люди критикуют, что он в таком пожилом возрасте едет на Запад, что толку? Он сказал, ну пускай критикуют, я еду не для себя. Italy, European countries preaching very nicely. Straightforward. Very straightforward. Not that you are going to give him 5 lakhs because you can speak about you. Not that. И вот он говорил только об абсолютной истине, он не какие-то. Bribe? I never took bribe. Pranami? Your pranami also I throw away because I know you are not going to give pranami, you are going to give me bribe to get some approval of your wrong activities. И какие-то люди пытаются давать взятки каким-то преданным, чтобы они одобрили их какие-то неправильные действия. Но настоящий преданный, он скорее умрет, чем будет брать такие взятки. И вот в Орисе и прочих местах была такая широкая проповедь, тысячи учеников. Я встречался с некоторыми учениками, я люблю их всем сердцем. Я знаю, один из его учеников был домохозяином, повторял харинам на Варшане. Я нахожусь совершал Чурасикош Парикраму, чтобы никто не заметил. Вот один из учеников Вишну Махараджа поймал меня и сказали, что нужно пойти к ним в храм, а Махарадж сказал, что не пойдет, они настаивали, вот они так притащили Махараджа в свой храм. No, you have to go. He forces him like that. He can drive, he not driving. He take me there. I was very sad because all mud is there, dirty. И вот Махарадж несколько дней у них находился, потом пошел дальше на Парикраму по всей Враджа-мандале. That Jabgaon, you know, follow. I started. И вот Махарадж жил там пару дней и в их матхе, потом пошел дальше на Парикраму, и тот преданный из Ганджу, он повторил харинам ночью, спал где-то с 9 до 12, потом просыпался и харинам всю оставшуюся ночь повторял. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Radhe. И вот таким образом он повторил харинам, и тут он потом вскоре оставил тело, и он достиг успеха в своем харибаджане. Один из учеников саньяси, я тоже очень люблю, они получили милость этого махаджана. Я не знаю, получил ли я его милость, но я получил и их милость, их, его учеников. И вот один из его учеников, не хочу называть его имя, чтобы другие не завидовали, он настолько беспристрастен. Я был очень счастлив встретить его. Он приходил к моему Гурудеву, приглашал его. И мы тоже иногда приглашали его на какие-то праздники. Very appropriate Siddhanta, whole life.
never some, you know, compilation. No, very nice. So many times you used to go there, take rest there. Я посещал их храмы. We usually the special thing is that we have the chance to take Mahaprasada very much. Last time I can remember. И там часто Махапрасада организуется. Вот один Харидев Прабу. Он поймал меня и пригласил, чтобы я на прасад, на Махапрасад пришел. Этого Джагнатха, Джагнатха Пури. И вот они часто организуют Махапрасад, и я очень счастлив. И я молюсь лотосным стопам всех этих махаджан, чтобы они благословили меня и помогли пересечь этот материальный океан и достичь трансцендентного мира по-настоящему. Я не хочу находиться здесь. If you have any question, you can put. No, no question. I will answer everything. No question. Okay. Banchara. Maharaj, only one short. I read one place where Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami says that the Parapta karma is very difficult to, it's almost impossible to destroy. I told the same thing. Вот вопрос читали, что про Парапта карму, которая проявилась тяжело разрушить, но вот по милости Харинама, возможно, с другой стороны говорится, но если мы по-настоящему искренне повторяем Харинам или нет, может, настоящий Харинам не явился еще в нас, но мы искренне это могущество Шривасачари Шивананда Прабху. Я знаю, Шивананда Прабху, он дал указание ученику. Не ученику, ученика своего ученика. И вот Шивананда Прабху. Не ученику, ученику, ученика своего ученика, чтобы он дал харинам какому-то человеку. Что значит? Это значит, он достаточно могуществен. Как подобно тому, как Ганга течет, то она течет, если нет препятствий никаких, если какое-то препятствие, хотим Гангу в другое русло отклонить, но изначально, когда Ганга течет, и также Бхагаваттва Вигьян, она может явиться в нашем сердце, если мы достаточно искренни. Если мы не искренни, мы не можем ожидать Сиддханта Вичара, чтобы он явился в моем сердце. И через Харинам в Намаштаке говорится. И вот в Намаштаке это говорится, Махарадж. Тогда-то сможет рассказать об этой шлоке. Но первое, мы должны быть искренни. Если Харинам явится в нашем сердце, то тогда вопроса уже не будет, искренним или нет. Если мы не искренни, то Харинам не явился бы. Панчакапа.